ремейкам как таковым у меня очень такое амбивалентное отношение. Конечно, можно оправдывать тем, что вот как-то привлекать современную молодежь, так сказать, какими-то новыми такими технологическими крючками, которые используются в фильмах, к старым сюжетам. Вот. Но, на мой взгляд, это неоправданно. Вот. Потому что уходит дух того времени, уходит правда того времени, а новое не дотягивает. Вот. Если хотите что-то снять, если хотите проучаствовать в этой великой теме, ну, снимите что-нибудь, напишите что-нибудь, создайте сценарий, красиво снимите. Зачем переделывать то, что уже сделано, и сделано очень хорошо? Вот. Для меня это вот, всегда оставался вопросом. Конечно, можно сделать это гениально, конечно, можно сделать это здорово, вот. Но также здорово и гениально можно сделать что-то свое, согласитесь. И через свое позвать народ туда же. Поэтому это какая-то такая эксплуатация уже проверенных кинобестселлеров, скажем так, в угоду, наверное, может быть, каким-то иногда даже и благим делам, но все равно это вот во мне вызывает какое-то отторжение. Мне кажется, что лучше создавать что-то свое. Но с другой стороны, если какая-то, это вот я про амбивалентность, а с другой стороны, если какая-то достигнута, и люди потом благодаря этому пересмотрят оригинал и погрузятся в атмосферу того фильма, то в этом, конечно, есть плюс. Но мне кажется, этот плюс не настолько большой, как те минусы, о которых я сказал выше.